История о том, как Гавайи чуть не стали частью России. Среди территорий, которые осваивали в прошлом российские колумбы, была не только Аляска, но и курортные Гавайские острова. В начале 19 века острова фактически признавались российской территорией. Как раз в то время Гавайи посетили мореходы кругосветной экспедиции Ивана Крузенштейна и Юрия Лисянского. Над южными островами был установлен протекторат, а король Каумуалии попросил русского императора взять островитян в российские подданные. Однако Александр I не захотел портить отношения со странами-союзниками, которые не понравилось бы такой поворот дел. В итоге Гавайи достались Америке.